أخبار اليوم. Сейчас нахожусь в аэропорту города Шарм-эль-Шейх. Наш вылет отложили. Вылет должен был состояться в 9 часов 30 минут. Сидим уже больше 4 часов. А самолет не вывели по причине технической неисправности. Сняли с самолета нас за 5 минут до отправления. Изначально должна была лететь путевкой из Питера в Питер, потом в последнюю минуту передумала, решила полететь из Москвы, соответственно, в Москву. Когда узнала о случившемся, была просто потрясена, потому что, скорее всего, я бы возвращалась именно этим рейсом. В принципе, обстановка в аэропорту достаточно напряженная, естественно, все боятся лететь, все в ожидании. Никто не говорит, что будет дальше, когда мы полетим, когда наш рейс снова возобновят.